Баян, фортепиано, саксофон и флейта. В дошкольном центре развития ребенка номер 11 прошел концерт классической музыки. Для малышей выступили учащиеся Гродненского государственного музыкального колледжа. В рамках лекторской практики учащиеся нашего Гродненского государственного музыкального колледжа занимаются музыкально-просветительской деятельностью в гимназиях, школах, центрах развития ребенка, детских садах нашего города и района. В дошкольном центре развития ребенка номер 11 такой концерт прошел впервые. Юные музыканты познакомили ребят с творчеством Петра Ильича Чайковского. Данный проект тесно взаимодействует с нашей программой учебной дошкольного образования. И Петр Ильич Чайковский является одним из композиторов, который изучает наши дошкольники. Поэтому мы с удовольствием принимаем, с удовольствием наши воспитанники хотят увидеть воочию концерт. А вы знаете такого героя сказок, как Оловянный солдатик? Да! Когда у нас будет звучать музыка, мы будем маршировать. Покажите мне, как мы будем маршировать. Вот так. Правильно. Утренняя молитва, марш деревянных солдатиков, вальс, мама, песня «Жаворонка» и не только. На концерте классической музыки для малышей прозвучали произведения из детского альбома известного композитора. Классическая музыка благотворно влияет на детей, она не только помогает музыкальному развитию, а также оказывает благотворное влияние на культурное обогащение детей. В результате совместного взаимодействия наши юные лекторы и музыканты получают обратную связь, опыт, отзывы с места проведения мероприятия, а также это хорошо влияет на их дальнейшее развитие и самосовершенствование. Была музыка очень красивая и добрая. Сегодня музыканты очень красиво играли. Это очень интересный опыт, это очень радостно и очень классные эмоции получаешь особенно от детей. Это отдается прям тебе в душу. Очень интересно это все. Очень приятно вдохновлять детей для того, чтобы они тоже шли по этому пути и также продолжали вот вдохновлять еще детей, и так это продолжалось до бесконечности. Малыши и педагоги из дошкольного учреждения вдохновились настолько, что уже готовят свою концертную программу и планируют ответный визит в музыкальный колледж.